треуголик. Почему треуголик? Что за циферка появилась? Спустя 5 лет выпускница Анапской 21-й школы Ксения Яцина вновь вернулась в родной дом знаний, но уже в качестве молодого специалиста. Она – учитель начальных классов. Закончила Анапский филиал Московского педагогического государственного университета с красным дипломом, хотя до последнего не была уверена в правильности выбора профессии. Однако теперь ни о чем не жалеет. Честно, привели меня родители. Потому что изначально я хотела быть психологом, а не учителем начальных классов. Но так сложилось, что мне понравилось после первого курса. Я решила остаться, но прям твердо решила, что буду преподавать уже на четвертом курсе. Первый, второй, третий курс я еще думала, что я уйду вообще из университета, в принципе. Но осталось, так как у меня тетя учитель начальных классов, она сказала, что стоит попробовать, а уйти я успею в любой момент, когда... Если перехочу, конечно. Желание преподавать не только не пропало, но и возросло. Несмотря на молодой возраст, она сумела заработать авторитет не только у детей, но и у старших коллег. В школьные годы Ксения была одной из самых ярких активисток школьного совета и уже тогда зарекомендовала себя как трудолюбивый и ответственный человек. Поэтому директор, не колеблясь, решила отдать классное руководство с первоклашками ей и отмечает, что молодой педагог полностью оправдывает оказанное ей доверие. Прекрасный творческий человек, любит ребятишек. Она первый год у нас работает, мы ей доверили первый В-класс, и она с успехом справляется. В будущем, я надеюсь, что это будет великолепный педагог. Хороший. У нее есть, конечно, наставники, педагоги нашей школы, которые также обучали ее. Я надеюсь, что в будущем все у Ксении Васильевны получится. Несмотря на скромный опыт, Ксения Васильевна с успехом держит внимание большой детской аудитории. Занятия старается выстраивать в интересной и доступной для детей форме. Между уроками обязательно физкультурная минутка. И, конечно, железная дисциплина, которую удается поддерживать не только строгостью, но и поистине материнским вниманием и заботой, а ученики, в свою очередь, отвечают педагогу взаимностью, полным доверием и послушанием. Учительница – это очень хорошая, потому что я давно таких учителей не видела. Это самая лучшая учительница в нашем городе. Она добрая, и тем более она помогает при каком-то условии, когда у тебя что-то не получается писать, что-то делать, и она все время помогает. Они разные, да, может быть, день прошлый, если закончится нехорошо, да, поведение плохое. Все равно приходишь с надеждой, что мы проведем день в радости. Я вижу, как они улыбаются даже во время физкульт-минуток, им это нравится. Вижу, как они работают. Это все равно доставляет удовольствие. Доставляет удовольствие, когда они подходят и говорят, там, Ксения Васильевна, я вас люблю. Такое тоже бывает. Учитель – это не профессия, а образ жизни, считает Ксения Яцина. Задача не только передать знания, но также развить душу, сформировать характер, воспитать настоящего человека. Кроме того, педагог должен постоянно работать и над собой, повышать багаж знаний, одним словом, быть достойным примером для своих учеников. И, быть может, кто-то из сегодняшних школьников, вдохновившись своим первым учителем, через много лет так же, как и она, вернется в родную школу.